Ну что, девочки, начнем? Ну, естественно, начинаем с взвешивания контрольного. Сколько мы тут набрали? И поехали. Сначала вход в диету. Смотрите, 5 дней мы с вами будем есть гречку. Гречку на воде, без соли. Вообще без всего. Ну и значит, стакан гречки, 2 стакана воды. Пьем много воды и пьем зеленый чай. Естественно, тоже без всего. Все, вот это на 5 дней. Как едим? Берете с собой плошку с гречневой кашей. И вот каждый час понемножку кушайте. Стакан воды, гречки поели, чай попили. А чтобы не было никакого чувства голода. Я уже 3 дня, вот у меня прошло, абсолютно голода нет. И потом себя стараешься чем-то занять, чтобы не хотелось есть, чтобы ты не думал об еде. Ну и реально, вот то, что вот часто маленькие порции, но ты часто ешь, ты пьешь воду, ты пьешь чай, это абсолютно помогает очень хорошо продержаться. И у меня пока вот сегодня вечер, 3-го дня, у меня ни разу еще не было чувства голода. Так, ну что, сегодня пятница. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Так, 64, ну где-то 2,5 килограмма, по-моему, да? Конечно, хотелось бы больше, столько я старалась. Угу. Посмотрим, что будет завтра утром. И уже будет новый план питания. Все вам буду рассказывать, показывать. Всю диету покажу. Ну и надеюсь, у меня что-то получится. Прям в этот раз я взялась так строго. Ну, конечно, мне хотелось, чтобы уже прям было 60 хотя бы килограмм. Нет, 64. Ну и то я рада, что вес пошел вниз. Это радует меня.